В моем представлении человек, который живет с Богом, это человек всегда светлый. Именно такое впечатление у меня осталось о тех людях, которые мне подарили веру. Это моя бабушка, дедушка, те люди, с которыми Господь меня свел в детстве. Это были люди очень светлые. Это были люди очень радостные, очень неунывающие. И я думаю, что для меня лично, это тоже такое мое личное что-то, образ этих людей навсегда стал для меня таким образцом веры, образцом того, как должен выглядеть православный человек. Это состояние любви, незлобия, такого прощения, это всегдашнее состояние прийти на помощь друг другу. В настоящее время таких людей очень много, это радует. То есть люди воцерковляются, они входят в пространство этой очень богатой православной культуры, она действительно очень богатая. А мы сюда приехали жить просто, и я услышала колокольный звон. И, в общем, как бы на колокольный звон мы и пришли сюда, так и ходим вот уже в течение 3 лет. Очень хороший храм, очень добрый приход. Аура такая, да. Это все вот то, что вот и маленькая она, ну вот, что здесь такое-то присутствует. Люди понимают в конечном итоге о том, что нельзя жить без Бога, нельзя умирать без Бога, нельзя детей растить без Бога. Стали сюда ходить, детей причащать. Потом очень понравилось, очень душевное отношение, очень внимание со стороны священников и служителей. Поэтому прикипели душой. Узнал об этом храме месяца 3-4 назад. У меня тут друг рядом живет. Вот, меня совершенно поразило вот такой пасхальной радостью. Мы находим здесь спокойствие, одушевление. У меня муж православный, он на меня влияет. Я еще не воцерковлена, но стремлюсь. Господу помолимся. Господи, помилуй. Услышь в мире и спасение душ наших. Господу помолимся. Господи, помилуй. Помилуй всего мира, благостояние святых Божьих церквей и соединение всех Господу помолимся. Господи, помилуй. Есть такая легенда, может быть, что ли. Говорят, что с момента освящения храма храму вручаются ангел-хранители. И даже если храм разрушается, ангел невидимо совершает там свое духовное предстояние перед Богом, потому что то место, где даже был храм, это место свято. Буду хранимей стране нашей российской. Пришло время, и перст Божий коснулся этой земли, в этом густонаселенном районе, на Гражданке. Мало кто ожидал этого, ведь обычно в центре жилых кварталов что строится? Детские сады, магазины какие-то. А люди собрались, православные христиане. Они захотели, чтобы храм здесь стоял, потому что они хотят, чтобы он тоже был в центре их социальной жизни. И вот возник приход. Господь сказал, что как вы относитесь к ближним, так относитесь ко мне. А самый ближний в этом мире, это, естественно, для мужа жена, для жены муж. И вот насколько муж любит жену, а жена любит мужа, настолько, в принципе, мы любим Бога. Поэтому тут, наверное, нельзя разделить. Да, то есть, мы, так скажем, любовь к Богу, она даже реализуется в отношениях семейных отношениях, в любви друг к другу. А как меняются вот ваши отношения друг к другу? Оно же все равно развивается, да? И вот я думаю, что любовь, она развивается в уважении, она развивается в такое снисхождение, то есть взаимопонимание. То есть она скрепляет, но ощущается именно соединение двух человек. То есть постепенное соединение, как сказано в Писании, два в плоть, в одну плоть. И уже часто относится к человеку, в принципе, как к самому себе. Всегда, ныне, пресно и во веки веков. Священство Твое да поменял Господь Бога Царства. Самое
высшее счастье, радость для священника – это видеть, что твои дела или слова, или вот твое старание, твой внутреннее такое вот горение вот это вот внутреннее, когда оно приносит плоды. Когда после беседы чувствую, что человеку стало легче. Пришел он к тебе с таким ужасным грузом, неподъемным. Вот, а уходит легкий и спокойный. И в этот момент понимаешь, что жизнь твоя, она не бессмысленна. Что жизнь твоя, она имеет цель, и эта цель раскрывается вот здесь. Эти мгновения сложно даже с чем-то сравнить. Может быть, только тогда, когда сам исповедуешься и сам чувствуешь такое облегчение, может быть, только с этим можно сравнить. Деятельность священника, она, конечно, не сводится к психотерапевтическим каким-то беседам. Главное, вот то, что я сейчас пока знаю, что еще сейчас думаю. Главное, конечно, это такое вот внутреннее горение, жар, который двигает тебя к Богу, несмотря ни на какие препятствия, даже несмотря на самого себя. И когда причащаешься в алтаре или святые дары потребляешь, давая очередной обет Богу как-то исправиться, что-то изменить в себе. Вот такие мгновения, они как будто бы в копилочку складываются. И тогда понимаешь, что живешь ты не зря. И что жизнь твоя, она вот имеет смысл, и этот смысл раскрывается. Фирменный рецепт приходской. Приготовление особого чая. Берется одна пачка черного чая. Эй, ребята, куда чай делим? Вот чай. Вот. Еще больше. Пополам, да, на два чайника. Обязательно, чтобы чайники были вторично использованы после запивки. Сама запивка дает. Из этих чайников женщины разливали запивку после причастия. Она дает особый привкус, неповторимый. Сейчас я принесу особый секретный ингредиент. Ингредиент растет у нас на этой грядке. Называется мелисса. Утром была сорвана определенная часть ее для того, чтобы сделать крапиво на водосвящении. Сейчас батюшка закончит крапить народ. Я у него заберу это крапило и заварю его в чай. Мелисса из крапила водосвятного. Кладем в кипяток, обязательно крестообразно, с участием мольты. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. А главное, чтобы чай получился хорошим, нужно ложить побольше заварки. Класть. Да. Когда приход здесь открылся, я была у бабушки в гостях. И у бабушки работало радио, и слышу, говорят, в Петербурге открылся новый храм на проспекте Науки. Мы такие сидим, а это совсем рядом с нашим домом, удивились. Ну вот, и как-то так незаметно, даже непонятно, как это все получилось. Потихонечку, да, вот что-то всегда хочется возвращаться. Даже если бывают там какие-то дела, какие-то, ну, чаепития, какие-то занятия интересные найдешь. А потом какое-то время пройдет, не знаю, как это назвать. В общем, жизнь какая-то, она не полная вот без этой составляющей. Ой, такой сразу на нас вылезет. Попал я сюда. Почти случайно в экскурсию поехал, удивился, что православные они такие общительные, нормальные, вот. И оказался здесь,
И потом потихоньку в алтарь, вот, понял, что хочу служить Богу еще, вот, и пошел учиться в семинарию, ну, теперь вот в этом одеянии. Вы будете священником, да, когда вы учитесь? Не, ну, не знаю, если Господь сподобит. Да. Это путь длинный и не прямолинейный, как получится. Постараюсь получить образование там. Как будет воля Божья. У меня самого тут начало, когда только освещали часовню, попала сюда. Сторожил наш. Да, меня позвали сюда осветить, попеть, посвятить храм, ну, часовню. Вот мы тут с одним молодым человеком пришли, мы так и остались. Батюшка нас так хорошо встретил, что мы решили остаться. Да не мягкий, смотрите. Да? Ну, давай. Да. Можно вот так вот сложить. Что ты там? Лёша, там раздаешь нам. У нас акция. Акция. Да. Надо найти кого-нибудь, кому можно подарить пакет печенья. Подарить? Да, ну, хорошо. От чистого сердца. Хорошо, найду. Таким хорошим заданием я справлюсь, я думаю. Тут еще два. Подарите, приходите за двумя оставшимися. Ну, мы всегда ходим на службу. Стараемся не пропускать. Живем здесь рядом. Живем рядом. Мы любим этот уголок такой благодати. И действительно, храм стал у нас как семьей уже становится. Для меня открытие храма здесь — это просто милость Божия. Мне тут все нравится. Мы живем вот здесь и очень дружим с этой церковью, любим ее. Особенно по воскресеньям, когда утречком 10 утра всех зовут на службу. Об этом сказал очень красноречивый святитель Иоанн Златоуст. Придите все, трапеза накрыта, телец упитан, хватит всем. Так вот, это касается, я думаю, что всех людей. Вот кто бы когда ни пришел в храм, вот, образно говоря, по слову святителя Иоанна Златоуста, трапеза накрыта всегда, телец упитан всегда, стол накрыт всегда. И богатство православной культуры, оно открыто для всех людей. Христос же сказал: приходящего ко мне не изгоню вон.